Второй день суперновый, впереди нас ждут игры с командой Биг. Если мы проигрываем, то мы вылетаем, а если мы выигрываем, то позднее вечером мы будем играть серию игр с командой Тайлу. С нами сегодня Сережа. Мы его выцепили на 5 минут перед играми, и надеюсь, что ты не злишься на нас, потому что это важно. Как ты сработался с тиммейтами, учитывая, что ты младше всех, тебе всего 16 лет? Чувствуешь ли ты разницу в возрасте, может быть? Особо сильной разницы не чувствую. В принципе, нормально. Пока что, конечно, времени еще мало прошло, поэтому есть некоторые нюансы и проблемы, но потихоньку мы наращиваем. У нас есть самый популярный вопрос, который атаковал все социальные сети, особенно Инстаграм. Это как твоя мама реагирует на все, что происходит в твоей жизни сейчас, потому что это большие перемены. И как твои учителя в школе реагируют на то, что тебя нет в школе? Ну, мама реагирует нормально. В принципе, она и отпрашивает меня и так далее. Ну и мой классный руководитель тоже в этом принимает участие. Одноклассники как реагируют? Они знают, чем ты занимаешься? Да, одноклассники знают. Некоторые нейтрально к этому относятся. В основном друзья мои лучше поддерживают меня. Любая игра – это игра ошибок. Ошибаются они, ошибаются мы. Вопрос только в том, кто сделает это меньше. Меньше сделает тот, кто больше сфокусирован. Вспомните самую свою горячую победу. Вспомните, какое это чувство. Поймите, что победа – это только ради, это именно то, ради чего вы на этой сцене. Пойдем болеть, говорю. На второй карте против команды Big мы играли Dust 2, и мы вывели на допы. Нам не удалось додавить, потому что Big оказались сильнее, мы допустили больше ошибок. Все-таки мы играем со стендином, и стендин далеко не знает всех наших комбинаций, нет четкости в тимплее. В атаке как бы тоже тяжело очень быстро проговорить какую-то идею, чтобы все одной пятеркой могли понять ее настолько быстро и четко, чтобы сделать это слаженно. Мы могли брать больше на первой карте, на оверпассе. А на Dust 2 это все-таки уже их пик. Вот, и у нас в конце просто-напросто было слишком много ошибок. Ну, само собой, стендин повлиял на результат. Когда команда готовится к турниру, и у нее есть свои четкие наработки, а когда приходит стендин, он абсолютно не знает всех этих наработок. То есть за один день, вчера мы поиграли немного, там, две карты. И позавчера, по-моему, мы сыграли три карты. Вот. И в целом это все было больше на опыте, на скилле. Влад играл.
многие раунды забывал, то есть, ну, конечно, тяжело ему было, поэтому это очень сильно сказалось.